К другим темам. Вошли в двадцатку. Новосибирская область существенно улучшила позиции в национальном рейтинге туристической привлекательности. Два года назад регион занимал в этом списке лишь 43-ю строчку. Рейтинг туристической привлекательности – это комплекс параметров. Например, учитывают важность отрасли для экономики региона, доходность этой сферы. Эксперты оценивают гостиничную инфраструктуру. А еще важно, чтобы территории интересовались иностранцы. И в этом Новосибирская область преуспела. Объем оказанных туристам услуг вырос почти на 1,5 миллиарда рублей. Среди гостей региона стало в два раза больше иностранцев, и чаще всего это китайцы. Примечательно, что гости из Поднебесной отказываются от услуг российских гидов, слушая своих, которые, в свою очередь, весьма вольно трактуют историю и политику гостеприимного соседа. То же самое очень демократичная Турция, да? То есть всегда сидит русскоговорящий гид, гражданин Российской Федерации, как правило, рядом с ним сидит турок, да, который ничего нам не говорит, как туристам, но он обязательно сидит. То есть это государственная политика. И такую же систему нужно ввести в Российской Федерации. Например, даже специально взяли на работу выпускницу лингвистического факультета. Она у нас очень хорошо знает китайский язык. И когда мы встречаемся с китайскими делегациями, наш сотрудник специально слушает, что говорят китайцы.